Грабли, метелки, кисточки и краски – незаменимые атрибуты генеральной уборки и преображения города. В Химках провели общегородской субботник. Жители округа, сотрудники предприятий, депутаты и администрация муниципалитета навели чистоту на улицах. Активисты привели в порядок МФЦ на Юбилейном проспекте, покрасили бордюры, отмыли фасад здания, очистили газоны от листвы и обновили землю у саженцев. На борьбу за чистоту вышли и взрослые, и дети. Хочется видеть красивый свой любимый, свой город, свое учреждение, в котором работаем, потому что когда смотришь порядочек, душа радуется, на работу хочется ходить, да и вообще как-то настроение улучшается значительно. Мы убираемся, да, пролегающую территорию, помогаем. Ломала большие пальчики, ломал на маленькие, чтобы складывать в мешки. Привели в порядок и территорию школы номер 31. Глава городского округа Дмитрий Волошин вместе с жителями оценил качество уборки. После руководитель муниципалитета напомнил школьникам, как важно правильно сортировать мусор, в том числе и на субботниках. Ни одно мероприятие, в котором у нас есть отходы, или это неважно, какие бы они ни были, не должно проходить без раздельного, без сортировки этих отходов и без раздельного вывоза этих отходов из нашего города. Поэтому для нас это целый комплекс и традиции, и праздник, и уборка, и раздельный сбор. Поэтому столько людей, сегодня больше 10 тысяч вышло на это мероприятие. На всех городских субботниках работает полевая кухня с гречневой кашей и вкусным чаем. В следующую субботу, 20 апреля, в Подмосковье пройдет областной субботник. В нем примут участие около 50 тысяч химчан.